Привет, друзья! Приготовим риетты из скумбрии с оливками и каперсами. Поехали! Сначала обработаем скумбрию. Отделите мякоть от костей и кожи. Будьте очень аккуратны. Лишние косточки удаляем, они нам не нужны. Удаляйте из рыбы все, что вам не понравится, но не переборщите. И так проделываем с каждой рыбкой. Филе скумбрии сложим в большую миску, так будет удобно перемешивать. Разберите на небольшие кусочки. Маринованные огурчики нарежем очень-очень мелко. Старайтесь, тут это очень важно. И отправляем к скумбрии. Также мелко нарежем каперсы и репчатый лук. Все отправим в миску. Хороший пучок вашей любимой зелени тоже мелко нашинкуем и отправляем в миску. Оливки и маслины порубим в мелкую крошку. Добавим в миску к остальным ингредиентам. Чем мельче, тем лучше. Консервы сложим в чашу погружного блендера и пробьем до однородности. Добавим сливочный сыр и пюре из консервированной рыбы. Немного соли и перца, по вкусу оливкового масла и все хорошенько перемешаем. Старайтесь перемешивать тщательно. Добавим размягченное сливочное масло и снова хорошенько перемешаем. Ну, почти все готово. Наш риетт мы будем подавать на кусочках поджаренного хлеба. О, это так вкусно! Приятного аппетита!